Привет, друзья! Сегодня по просьбе разберем песню из репертуара группы «Декабрь» «Дубинушка» в тональности ми минор. Тональность не родная, родная тональность соль минор. Разберем в тональности ми минор, будет легче петь и, соответственно, играть. Итак, сыграем вступление, пару куплетов, между ними проигрыш, и все подробно будем разбирать. Также все подробно у меня будет на сайте samouchka.nagitare.ru. Смотрите, там будут табы и текст. Итак, приступим. Много песен слыхал я в родной стороне. Их про горе и радость мне пели. Но одна из тех песен в душу врезалась мне. Это песня рабочей артели. Эх, дубинушка, ухнем. Эх, зеленая, сама пойдет, подергнем, подергнем, да. Англичанин-мудрец, чтоб в работе помочь, изобрел из машины машину. А наш русский мужик, коль работать не мочь, он затянет родную дубину. Эх, дубинушка, ухнем, эх, зеленая, сама пойдет, подергнем, подергнем, да ох, ем. Для начала по традиции разберем аккорды. Первый аккорд ми минор. Берем так, четвертая, пятая струна на втором ладочке. Есть. Дальше аккорд ля минор. АМ. Первая открытая, вторая на первом ладочке, третья и четвертая на втором. Пятая, шестая открытая. Когда будем перебором играть, у нас басовая будет пятая струна. На аккорде ля минор. На аккорде ми минор, ЕМ, басовая шестая. Дальше аккорд ля минор с басовой ноткой до. Играем ля минор тот же самый, только мизинчиком добавляем на пятой струне, на третьем ладу. Прижимаем. Вот такой аккорд у нас. Басовая, естественно, у нас получается пятая струна, та, что мы прижали. Следующий аккорд си мажор септ аккорд. Прижимаем первую, третью и пятую на втором ладочке и четвертую на первом. Басовая пятая струна и аккорд до мажор. Первая открытая, вторая на первом, третья открытая, четвертая на втором, пятая, шестая на третьем ладу. Басовая пятая струна. Шестую можем тогда не прижимать, если мы ее играть не будем. Вот все аккорды. Давайте разберем вступление. Вступление начинается с аккорда ля минор с басовой ноткой до. Играем такой перебор. 5, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4. Следующий аккорд си мажор септаккорд. Играем те же струны, первую мы не играем. Потом и на ми минор. Понятно, сделали, провели по струнам и начинаем петь. Перебором мы начинаем играть так же само, как мы вступление только что разбирали.
все тоже играется одним и тем же перебором. Вот сыграли мы до конца куплета. Заканчиваем аккордом Си. Дальше идут такие нотки у нас. Берем аккорд ми минор. Играется три басовых струны. Шестая, пятая и четвертая. Играем вниз по струнам, желательно не играя нижних первых трех струн. Играем только басовые. Вот сыграли один удар по аккорду ми минор. Дальше играется от аккорда фа диез. Играем шестую на втором, пятую на четвертом и четвертую на четвертом. Потом то же положение мы сдвигаем на полтона, на нотку соль и на пятый лад. Пятый лад имеется в виду указательный палец. Вот первый раз я сыграл по одному разу, второй раз по два раза. Понятно с этим. И выходим на припев, играем боем. Бой я играл такой. Давайте разберем. Играем вниз, потом снова вниз, но глушим струны. Понятно. Дальше. Два удара вверх. Вверх мы играем где-то в пределе четырех струн нижних. Понятно. Вот сыграли два раза вверх, потом по всем струнам вверх и снова вниз. Потом поднимаем вверх, не цепляя струн, и снова вниз и вверх. Давайте еще раз медленно посмотрим. Вот, когда играем перед тем, как вверх играть, я делаю удар по струнам, просто большим пальцем ложу. Получается щелчок такой. С боем, надеюсь, все понятно. Давайте разберем. Я играл между куплетами вот такие вот проигрыш. Два раза играем на аккорде ми минор. Дальше я играл пятый лад, шестая, и я играл в октаву, две нотки всего. Пятый лад, шестая, да, и четвертая на седьмом. Играю тоже по трем струнам. У меня пятая не звучит, так как прижатая шестая, и палец лежит на пятой струне, и от нее звука нет. Звучит только те, что мы прижали, звучат две нотки. Итак, снова два удара по ля. Потом сдвигаем на третий лад один раз и один раз снова на пятый. Еще раз. И снова на аккорд ми, снова два удара. Здесь мы играем пятую и третью струну. Пятая струна на пятом ладу. Дальше. То же самое положение. Мизинец, третья струна вот в первом положении на седьмом, пятая на пятом. Дальше. Пятая на третий. Говорю только за пятую, но мы знаем, что мы играем две струны через один лад. Между ними один лад пустой. Итак, 5, 3, 2 и открытые. Мизинчиком я играю
здесь и просто сдвигаю и играем открытую пятую и третью на втором. Можете сыграть указательным две струны, просто прижать, чтобы играла пятая открытая, третья и четвертая на втором. Понятно. Ну вот, как бы и вся песня, больше ничего там нет такого, что стоит показать. Все играется, в принципе, одинаково, куплеты. Пробуйте, у вас, конечно, все получится. Всем спасибо, пока.